Всем привет, продолжаю влоги. В общем, такой конфуз, ехал на скейте, давно уже не выпускал влоги, сори, вспотел. Ехал на скейте, и в куртке был телефон, получается. Сейчас я пересяду, чтобы свет нормальный был. Я, кстати, вон что снимаю. Ехал на скейте, и получается открытая куртка, ну то есть расстегнута. И в ней был телефон. Там камень. Я со скейта, получается, чуть-чуть вперед, да, упал, но не сильно. Ну, как бы не упал, а сошел со скейта, с рельс. И телефон вылетел прямо из этого кармана вперед. Я думал, все, пиздец, разбился экран. Не, ничего, короче. Благо, защитный экран, а телефон дорогой. Это этот Samsung S10. Но это последний телефон такой дорогой, который я... Больше не буду никогда покупать другой телефон. И такой неделя проходит с айфон. Нет, потому что ну, это бессмысленно на самом деле. Я просто думал, что я буду фоткать. А в итоге фоткать-то именно мобильной фотографией займусь. Но это на самом деле все рекламная такая уловка. На самом деле мне это даром, в принципе, не нужно. Так снимаю TikTok. Под вечер что-то захотелось безумно есть. Тут надо настроить свет нормально. Может это дать? Под вечер безумно захотелось есть. Я думал, надо что-то купить. Купил всякие пирожки, потратил 200 рублей. Два рулета, красная цена. Вот такие. Две штуки. И пирожки с яблоком, и один с капустой. Четыре пирожка. Ну и молоко. Тоже красная цена, задроченная. Надо просто что-то перекусить. Сори, что давно не выпускал влог. Сейчас этот прямо сделаю и выложу. Ну и как раз будет стрим, ребят. Не знаю. А так... Не знаю, что нового вам рассказать. А, стало популярно, кстати, влоги снимать. Естественно, мне надо залетать в эту движуху, а раз популярно. И я уже не могу 2 месяца повесить полку. Все на потом. Это пиздец. Весь пол в чипсах, какой-то хрени. Мы с чуваками тут заседали. Реклама красной цены, пожалуйста. Заседали вчера. Капуста и яйцами. А, капуста и яйцами. Интересно. Сейчас буду прям во влоге хавать. Прикольно. За 19 рублей. Прикольно, надеюсь, они не тухлые. С яблоком на самом деле намного вкуснее. Если видите такое дерьмо, купить с яблоком. Да. Кайф. Роскошные рулетики, наверное, зря купил. Пускай лежат. На лучших времен. Должны прислать зарплату за неделю. Не знаю. Надеюсь, не задержит. Ой, блядь.
Не жизнь, а сказка. Внимание, вопрос, подписчики. Когда Влад Широков начнет нормально жить? А не хуярить без выходных и хавать молочко краснеца. В съемной комнате обоссаны. Добавлю, на окраине Москвы. Работая 12 часов в день. Да, да, вы можете говорить, что есть кому-то еще хуже. А мне-то хорошо, здорово, заебись. Хоть рулетик мне радует. Слушайте, рулет вообще кайф. Чудо. Чудо вкуснятинка стоит 25 рубчиков со сгущеночкой. Красная цена, пожалуйста. Ам-ам. Все, я уже не могу платить. Надо купить защиту на телефон. Не знаю, что с... Наверное, по 100 раз я вам не буду рассказывать про эту сделку, но... Чутка попозже, выражусь так. Ну что, друзья, поделился самым сокровенным кусочком своей никчемной жизни. Как-то так. Могу вам показать. Хотите? Вот рулетик, пожалуйста. Это мне кентуха подарил, Филипп. Вот, как все это происходит. О, моя студия. Звучит красиво, а на самом деле сплю на полу, как бичара. Вот все. Вот такая красота. А он я. Это я, ребят. Всем привет. Подустал немножко под вечер. Не знаю, рано или поздно мои мечты сбудутся. Не знаю, я стараюсь, работаю без выходных. Короче, не хочу грустного, вот очень. Не хочу. Однажды все изменится, скажу так. И очень сильно, кардинально. Что вы сможете, на самом деле, понаблюдать. Каждый день я на пути к своему светлому будущему, так сказать. Каждый день я. Нужно еще продержаться. О чем мечтаете вы? Напишите в комментариях. Кстати, здесь есть выпуски, подсказки улетали. Нажимайте подсказки, там все влоги. Смотрите плейлист, влоги. Ставьте лайк. Спасибо, кто досмотрел до конца. Если честно, я не ожидал. Не особо такой веселый собеседник. Ну, если ты досмотрел или досмотрела до конца. Ну, это здорово. Это покрас лампас. Обнял, приподнял. Шучу. Всех люблю. Всех целую. Особенно тех, с кем не я. Давайте. Малышки. А, еще 30 минут надо писать. Поставили в зеркальце, еще все поснимаю. А, о, картину хотите, покажу. О, это я рисовал. Все, у меня есть идея нарисовать что-то. Вот здесь должна та полка быть. О. Так. Если трясется сильная камера.
Ну что, посмотрим. Говорят, популярно влоги снимать. А я уже в движухе. Блядь, я чуть-чуть у меня не ёбнуло сердце, когда я видел этот ёбаный телефон на асфальте. Вроде норм. Хз. Но пленка еще спасла. Пленка вся покоцалась. Да. Что, до следующего видео, до следующего влога.